престижных соревнованиях приняли участие более 7 тысяч спортсменов. В течение 3 дней более 100 школ кунг-фу и представители 50 стран мира на 15 площадках состязались друг с другом, выявляя сильнейших борцов в 30 дисциплинах китайского боевого искусства. Борьба была нелегкой, но беловская команда из 13 человек выступила на очень высоком уровне, завоевав 9 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей. Герман Гаврилов, их учитель и наставник, все силы и душу вложил в свое детище, ставшую уже знаменитой не только в Кузбассе, школу боевых искусств и в своих воспитанников. Но поучиться у китайских учителей дорогого стоит. Поэтому беловские ушуисты перед соревнованиями прошли недельную стажировку в пекинской школе шаолиньского ушу и ассоциации китайской борьбы. Так что к предстоящим схваткам подготовились основательно. Серьезная подготовка плюс упорство и огромное желание побеждать. И никакой соперник не страшен. И хотя борьба была жесткой и сильные соперники со всего мира, наши спортсмены не подкачали. Екатерина Якимович и Никита Югов вернулись с соревнований двукратными чемпионами. Руслан Сагаев, учащийся 24-й школы, завоевал бронзу. Кирилл Шихов из Бочатского принес нашей команде сразу 3 бронзовых медали. Самый младший член команды Даниил Кузнецов, впервые приняв участие в международных соревнованиях, одолел 160 китайских спортсменов из 169 и стал 9-м.